То, что происходит на наших глазах, это возвращение титанов. Сколько их там? 17 или даже больше. Это перебор. Мотра, Роден, Гидора. Обалдеть! Они передвигаются как стая, охотятся и подчиняются напрямую Альфе. Остановим Гидору, остановим вся. Какое существо может выстоять против такого? Это же... Годзилла. Планета будет уничтожена. Как и мы. Если не освободим Годзиллу, конечно, и на чай позовем. Нет, мы должны вступить в бой. Беги. Это мир Годзиллы, а мы просто живем в нем. Чертовски верно.